Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет рецепт универсального гарнира. Такой гарнир очень любит у меня муж, и я очень часто ему готовлю с собой на работу. Готовится очень быстро, очень просто, не нужно там заморачиваться и что-то заранее подготавливать. В общем, я хочу поделиться им и с вами. Посмотрите, возможно, вы тоже возьмете его себе на заметку. И сразу напоминаю, если вам понравится это видео, не забудьте поставить лайк, ну или дизлайк, если оно вам не понравится. А также напишите свое мнение по поводу этого рецепта, это очень важно для меня. Итак, начнем. Для приготовления нам понадобится морковь, кабачок, сладкие перцы, луковица, зеленый горошек, протертые томаты, любимые приправы ваши, соль по вкусу и немного растительного масла. Начнем готовить. Для начала подготовим все ингредиенты. Репчатый лук очищаем и мелко его нарезаем. Морковь очищаем и тоже нарезаем ее кубиками. Также нарезаем кубиками сладкий болгарский перец, предварительно очищенный от семян, и кабачок. Кабачок я заранее очистила от кожуры. Предварительно разогреваем сковородку, налив на него немного растительного масла и обжариваем лук до прозрачности. Затем добавляем к луку морковь. Жарим их вместе несколько минут, затем выкладываем перцы, еще несколько минут прожариваем. Потом закладываем кабачок. Следом у нас идет замороженный зеленый горошек, его не нужно предварительно размораживать. Посыпаем все сверху своими любимыми специями. У меня это приправа для овощей, острая смесь хариса и немного острого красного перца. Затем все солим по своему вкусу, все хорошо перемешиваем. Высыпаем рис. Я беру длинный пропаренный рис, он мне больше всего нравится в готовке при этом. Еще раз все перемешаем. Заливаем все водой так, чтобы она где-то на 1 сантиметр была выше всех наших овощей с рисом. И выкладываем протертые томаты сверху. Потом все это вымешиваем, еще раз закрываем крышкой и оставляем тушиться на небольшом огне. Ну, наверное, полчаса это точно. Наш гарнир готов. Подавать его можно с любым мясом. Если вам понравился этот рецепт и видео оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк и написать свое мнение об этом в комментарии. А также не забывайте подписываться на мой канал. Видео у меня выходят постоянно. Причем скоро будет очень много видео на новогоднюю тему. Приятного вам аппетита, всем пока и до новых встреч!